что, по многочисленным просьбам мы еще раз решили посетить, для вас показать элеватор. Штурмуем периметр, так сказать. Да, мы здесь почти уже год не были. Немножко, как видите, кусты все попилили. Этот кленик американский, который. У меня же протектор нету. Подошвы. Собачка. Давай повесь, чтобы. Да? Чем-то воняет ли? Может, кто сдох? Может, жмуран какой-нибудь валяется? Запашок. Нормальный картиночек. В общем, здание построено в 1973 году, а заброшено в 1998 году. Что я хотел еще вам сказать? Все знают прекрасно тух двух школьниц, которые спрыгнули осенью 2015 года. Еще же также девушка, которая весной 2015 года сбрасывалась. Вот. Ну, там еще, по-моему, кто-то говорил, мужик здесь повесился, еще там что-то. Но никто не упомянул, даже, наверное, многие из вас не знают, потому что здесь были уже смерти намного раньше, когда еще он работал. То ли 4, то ли 5 человек. А погибли от чего? Он был несчастный случай. Короче, прорвало вот это вот, где шел конвейер, вот это вот. Вот. И засыпало вот несколько человек. И пока их откапывали, они задохнулись. Эту информацию мне дала женщина. Она сама с области. А ей рассказывала ее мама, когда здесь ее работала. Ну что, ребят, сейчас мы полезем на крышу. Есть контакт. Да нет. Опа. Спустя лет хоть залаз нормально сделали. Мы отколазили был вообще крышняк. Так. Я достану. Вам не уронить. А то хрен рассчитаешь с костюмом. Давай, Костяныч. Так точно. У тебя прям какие-то советские наручные часы. Ракета. Да? В натуре? Написано СССР. Нихера себе. И все работает. Это кварцевый или аэромеханический? А? Кварцевый или механический? Механический. We'll be right back.
с высоким ростом и костюм. Как-то даже сантиметра 50 с копейками. Ой, Васенька. Еще раньше. И все. Ну вот, как там, конечно, бывал, да, и все. Я тебе говорю, они вот оттуда прыгали, мне кажется. Видишь, там, ну, это сбоку. Придеть можно и отсюда прыгать. Пойди-то, да. Смотри, только эта крыша, блядь, покошена. Мне кажется, фундамент немного просел. Ну да, по краям. Не, вот там даже тот край намного выше, чем вот этот. И середина, понятно, середина бугорком обычно идет, чтобы по бокам вода стекалась. Допустим. Но вот этот, смотри, край вообще насколько ниже. Мне кажется, там, наверное, он так вот покосился на это. Все, я тебе свою эту. Фух. Че, обратно по лестнице попрем назад? Да. Погнали, Костя. Только мы сейчас как на ладони будем, правда. Сталкер шкаф. Вот видочек там был.